Всем привет, с вами снова я. Сегодня выдалась хорошая теплая погода. И наконец-то у меня дошли руки оставить еще один видеоотзыв. Наверное, о самом необычном Димином заказе. Машину я покупал 2 года назад. И отзыв пишу только сегодня. Его заказ, точнее мой заказ. Вот эту машину я искал 4 месяца по всем площадкам. На Копарте таких машин не было. Я его нашел на сайте cars.com. Это Cadillac 66 года с мотором 7 литров. В оригинальном состоянии. Я его покупал с пробегом 21 тысяча миль. Машина находилась в Пенсильвании. И я очень долго искал, так сказать, исполнителя данного заказа. Потому что обращался в очень многие компании, никто не хотел за это браться. Или те, кто хотел, они просили просто бешеные деньги за исполнение данного заказа. И вот совершенно случайно я на ютубе нашел Димина видео. Решил ему позвонить. Это вот, кстати, самая первая машина, которую я через него заказывал. Я ему позвонил. И Дима сразу же согласился. Я ему скинул объявление, он позвонил хозяину этой машины. Да, машина продавалась. Он сказал, что готов взяться. Взялся совершенно за символическую плату. Я, конечно, сначала очень боялся. Вот такой он в салоне. Ну, продолжим. Я сначала очень боялся, конечно, потому что для меня на тот момент сумма была не маленькая. Но все-таки я подумал, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот я скинул Диме деньги. Я, конечно, знал, что есть временная разница между Россией и США. Ну, естественно, потом начал звонить Диме, он трубку не брал, я начал переживать. А потом оказалось, что в Америке была еще глубокая ночь. И потом он мне начал кидать небольшие видео, как он туда поехал. И вот он приехал, посмотрел, машина действительно была в том состоянии, в котором и обещал хозяин. И вот он ее забрал. А видео, как он ее перегонял, вы можете посмотреть у него на канале.